Мини-тир Шутман в отдельном корпусе с мишенями в виде танков. Интернет-магазин «Попади в десятку». Корпус тира сделан из стальных листов и окрашен в черный цвет. Внутри него находятся 4 мишени. Они имеют силуэты танков и не окрашены, за счет чего контрастируют на фоне корпуса. Эти мишени не просто свисают вниз. Если такую мишень поразить, она уйдет наверх и скроется из вида. Импульса пули из пневматической винтовки для этого достаточно. Таким образом, вы точно будете знать, попали ли в мишень или нет. Пятая круглая мишень по центру является триггером, который освобождает остальные пораженные мишени. Таким образом, для работы с мишенью вам даже не нужно будет к ней подходить, что очень удобно. По информации от производителя, такая мишень рассчитана на пневматику в 4,5 мм. Пораженные мишени проворачиваются и опираются на металлическую перекладину сверху. Попадание по центральной мишени, соединенной с ней, их освобождает. Такую мишень за счет ушек в ее корпусе можно также вешать на стену, а находящаяся под углом скошенная задняя стенка отражает пули наверх и избавляет от рикошетов. Пневматика, охолощенное оружие, самооборона, луки, арбалеты и ножи. В магазине «Попади в десятку». Подписывайтесь на наш YouTube-канал и страницу ВКонтакте.